Свадьба была настолько скучная, что невеста позвонила своему бывшему и сказала: «Зая, я такая пьяная, забери меня отсюда». Да, на осень время свадеб, но не всегда молодые такие уж и молодые. Итак, молодожены, которым уже далеко за 30. Первая брачная ночь. Подсмотрим. Спасибо за доставку. Сколько я вам должен? Спасибо, брат. Ой. Вообще-то, мог бы и сам невесту до дома донести. Уже жену. Любовь моя, ты знаешь, какая у меня больная поясница. Ой, да знаю, знаю. Ладно, наконец-то. Да. Наконец-то дома. Слушай, я думала, эти гости никогда не разойдутся. Ну, ой, как хорошо. Очень хорошо. Ну что, Вовочка? Что? Я понимаю, все устали. Но, как ни крути, первая брачная ночь. Традиция, все такое. Давай. Давай. Главное сейчас... собраться и вспомнить. Да. Помнила за это. Руки мы помыли. А, средства защиты. Ну, молодец. Я бодряк, я сейчас так. Что у нас тут? Это розовое, это не то. Это с пупирышками, это больно. С усиками. Я вспомнил! Сегодня же дерется усик. Включаем телевизор, быстро! Вова, какой усик? Ну, первая брачная ночь. Ну. Ой, да прости, моя. Давай без звука посмотрим. Вова! Да, какой там усик? Да, конечно, первая брачная ночь. Ох, сейчас тут будет разрыв. Сейчас тут... Ну что? Ну что, давай? Давай. А почему ты не хочешь? Почему не хочу? Я же сказала, давай. Серьезно? Да. Мне просто послышалось, нет, я-то просто очень хочу. Ну, я тоже. Не, если ты не хочешь, не надо под меня подстраиваться. Так я же да. Ну да, тогда. Ну вот и все. Ну вот и все. А где пульт? Вова! Забыл, извини, моя любовь, да. Мы же теперь в новом статусе, муж и жена. Давай начнем. Господи, как хорошо. Мамочки, какое наслаждение. И все? О, да. А в этом смысле? О, какой кайф. Супер. Слушай, ну я вся дрожу прям. Я думаю, это торт. Меня тоже поташнивает. Да нет, я о том, что... Раньше рядом со мной ты тоже весь дрожал. Ага. У тебя были влажные ладони. Не проблема. Иди ко мне, моя любовь. Вова? Да. Поставим будильник? Конечно. Надо же не проспать. Ну да. После этого бурного веселья. Я поставлю на 7:30. Хотя нет. Ночь обещает быть долгой. На 7:35. Ну что? Принеси мне шампанского. Шампанского? Да. Конечно, конечно, конечно. Холодненького? Холодненького, да. Из холодильничка. Я взял шампанское, котлетку. Вов, ну куда ты котлету на ночь ешь? Ты знаешь, сколько там калорий? Ну, мы же собираемся их сейчас сбросить. А ну-ка, шампанское дай мне. На, я прямо давай. Сейчас начну сбрасывать калории. Ну как? Класс. На кого я похож? На кого? Я кокусик. Кокусик? Кокусик. Это ты в том смысле, что ты там по 40 минут сидишь?
Я как усик, как усик. О, боже, извини. Да, боксер, иди сюда, мой чемпион. Иди. Так, собака, не ты чемпион, я чемпион. Иди отсюда, чемпион. Так, ну что? Нет, Вова, ну подожди, ну теперь у тебя руки котлетами пахнут. Это не проблема. Чемпион. Так, ну все, иди отсюда. Хорошо, я с удовольствием. Нет, Вова, ты иди сюда. Да, извини. Ну что? Ну что? Может, поиграем? Игры я люблю. Мелитополь. Тебе на L. Да нет, Вов. Не та игра. А какая? Догони меня. А эротические. Поймай меня. Ну-ка. Ох, я сейчас тебя догоню. Не поймаешь? Я прям пантера. О, да ты тигр. Я тигр. О, я чувствую прямо тучи сгущаются. Сейчас тут всю мебель разрушим. Ты прямо как ураган Ирма. А да? А я как ураган Мэтью. Ох, держись, Орландо. Давай в другую сторону. Ой, подожди. Фух, что-то меня укачивает. Фух. Ну что, зайчик, продолжим? Слушай, ты можешь не назвать меня такими словами сладкими, зайчик? Я хочу жестких слов, как в голливудских фильмах. Так, чтобы ты меня прям грязными словами оскорбила. Грязными хочешь? Ну хорошо, жматяра. Нет? Алкаш. Это не очень пока. Ну ладно, иди сюда, мой рукожопик. Рукожопик мне не нравится. Лох не надо. Лошок. Сядьте, моя любовь, сядь. Послушай, дорогая, я сейчас подумал. Послушай. Да, я понимаю, брачная ночь – это важная церемония, но нигде же не сказано, что секс должен быть именно в эту ночь. Ну да. Ну чего мы напрягаемся? Давай посмотрим в нашу записную книжку, в календарь и найдем свободное интимное окошко. Слушай, точно. Это потрясающая идея. Так. Так, ну значит что, может завтра? Ну, завтра, пока мы выспимся. Ну да. Да. Хорошо. А может быть, в четверг? Так в четверг же у тебя банный день. Святое. Так. А что у тебя в пятницу? Слушай, а у меня пятница свободна. И у меня в пятницу свободный день. Слушай, так может быть, пускай и будет свободный день? Логично. Конечно. Отдохнем. Конечно. Да, ну тогда придется сегодня. Да. Ну давай, расскажи мне, что ты сейчас со мной сделаешь. Ох, сейчас начнется. Я сейчас, главное взбодриться. Сейчас я нападу на тебя. Я сорву себя одежду. Потом я что-то еще придумаю. Вова! Ух, рубануло меня! Вова, ну так нельзя. Ну надо как-то взбодриться. Давай быстрее. Быстрее. Подожди, Лен. Подожди, дорогая. Ну что мы с тобой как эти малолетки? Тупые. Нам только надо... Не надо. Мы же умные, интеллигентные люди. Давай... Представим на секунду, что мы как бы это уже сделали, и уже лежим кайфуем. Мы уже получаем удовольствие, а потом второй раз, ты же знаешь, по накатанной пойдет. Точно, а? Ты ладно. Молодец, давай. Давай. Так, ну как будто все было, да? Да. Ух, супер. Класс. Слушай, ну ты зверюга. Ну так и... Ну что, может повторим? Не, мне одного раза достаточно. Вова, что значит достаточно? Ты обещал. Да, прости. Да и все, я понял, Леночка, я понял. Смотри, я сейчас на всякий случай выпью одну таблеточку, чтобы был ураган. Ой, я возьму таблеточки, у меня какая баночка. Ой, я боюсь таблеточку. Уже. Ну что? А я сейчас еще одну таблеточку возьму. Вторую, чтобы наверняка. Вова, мне страшно. Тихо.
Ну? А знаешь что? Давай я посмотрю на инструкцию. Может, 3 таблеточки можно? Ну, а? Ну давай скорее. Ага. Сейчас я вооружусь. Твою мать! Это не те таблетки! Что ж, дорогие любители бокса, я вас поздравляю! Александр Усик – новый чемпион! Ладно, залезай, чемпион!